Зехра осталась одна наедине со своими эскизами и телефоном. Амер вышел из кабинета, забыв свой пиджак на кресле, а из кармана призывно показывался конверт. Зехра перезвонила Дефне, та сразу спросила, удалось ли ей рассказать Амеру про звонок в скорую помощь. Зехра, Джанан, я только собралась все это рассказать, как Амер вдруг ни с того ни с сего начал говорить, какие они с Дефне хорошие друзья, мало того еще и обвинил меня, что я его к Дефне рифмую. Откуда такое взялось, я не пойму. Посмотреть очередную 351 серию с русскими субтитрами вы сможете во вторник